Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале Добрые сердца Казахстана. Меня зовут Петр. За кадром, как обычно, Алексей. Сегодня мы приехали снова, навестили Галину и ее дочерей. Зовут их Варвара, Василиса. По прошлому ролику вы помните. Также Галина в положении. В апреле, через месяц и даже меньше, уже будет у них еще ребеночек. Сын УЗИ показала, как она в прошлом ролике сказала. Привезли им фрукты, шоколадки, игрушки детям, старшие кроссовки Варваре. Ну, пойдемте здороваться, угощать. Здрасте. Привет. 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 Как дела? А мы вас... Когда вы приходили? Но? Мы вас снова встретили. Привет. Куда ездили? Встретили вас. Встретили? Да. Где вы вас встретили? Вам по шоколадке. Фрукты, чтобы здоровые были, витаминчики. Так, ну старшие кроссовки. Если даже будут большеватые, на вырос на следующих. Но они новые, хорошие. И смотрите, какие игрушки вам. Так, чтобы одна синяя, зелененькая тебе. Обе тебе, и синенькая, и зелененькая. А вот это тебе, Вася. Не забирай у сестры. Все. Вот открой, посмотри, что там внутри. Спасибо. Пожалуйста. Давай, открой. Открой. Я сама. Я помогу тебе. Так, Фиксик, точно. Ты знаешь, да? Да, я люблю Фиксика. По-моему, сейчас... Я хотя бы так Фиксика. А это что за крем? Я хотя бы так Фиксика. Это зубная паста. Это зубная паста, но... Зубная паста. Это, по-моему, щетка еще должна быть. А тут щетки нету. Смотри, это зубная паста специально для тебя. Ты же маленькая? Да. И вот детская зубная паста, будешь зубки чистить, да? Угу. Но. У нас здесь открываем. Есть одна, посмотрим. Только немного побольше. Валя. Ну. Кто это? Папус. Папус. Ну-ка, давай здесь посмотрим. Ну, ты любишь смотреть? Да. Да? Да. Ну, смотри, что здесь. Тут тоже паста. Вот. Ты какая? Фиксичка. Я не знаю, как их звать. Так, а это что такое? А, это сноуборд. Смотри, вот так ставят ее. Варя, кто это? Так, наоборот. Белый. Кто там? Вот так. Фиксик. И как вот ее так зовут? Как? Как Симка. Ее? Смотри, но это сноуборде. Симка. Это Симка. Симка? Смотри, мама. Это моя любименькая Симка. Ну, все, это будешь смотреть. Вот, смотри, Симка. Симка. Вторую тоже тебе показываю. Давай, раздену что-то. Я что-то обидный. Попробуй ее. Потом дети еще. Еще маленькая. Нет, Виталия, мужа испробуйте. Еще одна. Все, маме сдаем. Так, давай вскроем. Что посмотрим, что здесь за фиксик. Мне белочка попала. Белочка попала? Давай, поскакала. Ну, конечно. А кто здесь у нас? Бегемотик. Смотри, какой прикольный. Прикольно, да? У меня тоже бархатная. Да, у тебя тоже белочка бархатная. Тоже. Мур-мур. Лемур. Да. Галина, ну что, после прошлого раза у нас как, движение есть какое-нибудь по документам? Нет, продвижений никаких. Вообще никто не звонил, не писал. Ну так, как дела вообще в целом? В целом не очень, если честно. Пришли вчера арендодатели, сказали либо заплатить за дом до понедельника, либо съехать. За вот это, за этот дом? Да. То есть у вас уже просрочка идет по платежам? Да. 40 тысяч вы тоже должны. И то есть до понедельника, это вот выходные вам дали срок, либо да, платите, либо выезжаете? Именно так. И что, куда? Какие планы? Муж что говорит? Муж работает, пытается что-то заработать, но в марте как-то особо нету ничего. Угу. У всех праздники, да, у всех проблемы. Но... Я бы хотела обратиться к подписчикам, к всем, кто смотрит нас. Если у кого-то есть возможность помочь, как-то материально, может быть, чтобы побыстрее заплатить за квартиру, будем очень благодарны. То есть срок до понедельника? До понедельника, да. Срочно. Вообще пытались разговаривать как-то с хозяевами жилья, что
что может отстрочку какую-то, что сейчас в апреле сезон начнется, постройки там муж отработает, ну, все это внесет за 2 месяца. До понедельника решайте, вот вам время до понедельника. То есть никак на уступки не идут, короче, да? Нет. Ну это очень плохие хозяева дома, что выгонять детей, еще как бы зима, еще холодно на улице и вот так. Да, решайте свои проблемы до понедельника. Извините, не наши проблемы, мы не можем сдавать вам его бесплатно. Не, ну вы разговаривали, что не бесплатно, что да, ну, сейчас что, накопится, ладно, дом будет не 40, а 80. Что-то. Да, нет, все равно. Не идут никак на переговоры. Ну, дорогие друзья, ситуацию, видите, усугубляется, тем более в апреле уже... буквально несколько недель, и Галина будет рожать. А сейчас такая проблема. Если есть у кого-то действительно возможность помочь этой семье, все реквизиты в шапке профиля, также, может, у кого-то есть свободное жилье, кто может пустить их пока пожить, ну, то есть в счет долга, да, что сейчас сезон начнется, муж начнет зарабатывать нормально и отдаст все деньги. То есть, может, такая возможность у кого-то есть, что жилье простаивает. Как бы обращаемся ко всем нашим подписчикам. В общем, будем благодарны за любую помощь. Действительно тяжелая ситуация перед родами. Вот так оказаться сейчас на улице и выгнать. Это тяжело. Ты помнишь, как он чистится, что с этой стороны начинается чистить его? Вот так удобно, чтобы было. Скажи, да какая разница, да? Внутренность-то одна, да? Ты что-то и шоколада уже там объелась. И все подряд. Держи бананчик. Вот, бывали полностью открыт. Сказали, надо. Для получения удостоверения нужно еще свидетельство. Да, все, сказали, трудовую книжку мамы нужно с 92-го года. А она неофициально работала, какая трудовая книжка может быть? Для получения удостоверения? Да. Это что? Вот, смотрите. Заявление на имя начальника, объяснительное, какие-то вот протоколы нужно. Я говорю, вот три бумажки нам дали с разными галочками. Вот свидетельство о смерти отца здесь нужно. Здесь написали только ксерокопию. Да, дорогие друзья, вот это получается... для определения гражданства. И вот перечень. И то они менялись, получается. Да, вот один перечень, потом поменяли другой. То есть вот эта проблема сейчас... Третий. То есть проблема именно в этом. То есть постоянно меняют перечень документов, которые нужны для получения, для определения гражданства и получения самого удостоверения гражданина Республики Казахстан. И то есть в этом трудность. То есть также обратимся к нашим зрителям и подписчикам. Если у кого-то есть юридическое образование, может кто-то юрист, адвокат, и кто-то может помочь супругу Галине, то очень будем рады, благодарны в этой помощи. Также телефон для связи в шапке профиля. Да, вот сказали, то трудовую нужно мамину, свидетельство о смерти папы, свидетельство о рождении. Это вот единственное, что нужно, и ничто не менялось. То, что всегда надо. Не, ну если чего-то вот нету трудовой-то, и что, все, не дадут? Все. Все, сказали, идите, ищите, где хотите. А трудовая, она работала в 92-м году, его мама, вот, в магазине. Там была трудовая. Потом хозяйка умерла, то есть, как бы, ну, там вообще ничего уже не восстановишь. Даже в архивах уже ничего нет. То есть, ну, 92-й год, надо полагать, какая трудовая книжка. Вот это свидетельство о рождении... Нет, это свидетельство о налогоплательщика. Я даже не знаю, зачем это вот. Ну, пусть будет. Вдруг тоже да, в список внесли. Сказали, надо, мы принесли. Потому что. Это детские, потому что. Вот у него аттестат есть, что вот он отучился в школе. 11 классов. Нет, а по идее его-то свидетельство о рождении есть? Вот оно. Вообще, я не знаю. И ИНа нет, ни присвоенного никакого ИНа абсолютно. Нет, ну здесь написано, что он не это, что он на территории Казахстана рожден, вот Шаманаеха, Шаманаехинский район. Ну мало ли, вдруг он уезжал куда-то, они не могут это доказать. Вот такие, друзья, у нас законы, трудно совладать с ними. Вот
вот эти кучи бумажек несешь, а все еще мало чего-то не хватает. Мою биографию сказали, надо написать зачем-то. Вот он лежал в больнице, его порезали, он долго-долго лежал в больнице, тоже эту справку сказали, надо. А порезали в смысле в драке или как? Нет, он вышел с подъезда, его просто ножом пырнули и все там. Ну, то ли ножом, то ли чем, я не знаю. Вот. Ну, то есть там трезвый был, да, на палку. Да, он за солью в магазин пошел. Ему 20 было. Так и сходи, за хлебушком. Ему 20 было, и вот он в больнице был. Это вот из хозяйственной книги выписка. Это вот еще одна справка о том, что он действительно обучался в Кругосумской школе, вот нам сказали. Вот еще одна со школы. Адресная справка. Вот. И не оформишь как мать-одиночка, потому что как бы, ну... Графа отец сказали, там не отсутствует. Прочерка нет. Вот. Это что, ну, у него нет документа? Да, сказали, да. Меняйте свидетельство о рождении детям. Угу. Вот. То есть и оформить это все дело тоже не так. Угу. Ну и ему без документов тоже очень тяжело сейчас. Ну, дорогие друзья, на этом завершаем видео. Еще раз повторим, что оказывается сейчас проблема наступила с жильем. До понедельника дали срок Галине и ее детям освободить помещение. Или уже заплатить за него. Или заплатить за него, чтобы остаться дальше проживать. Цена вопроса 40 тысяч тенге, да? Правильно? 40 тысяч тенге. Это до понедельника, чтобы они выгнали отсюда. Плюс также остается проблема с документами. Опять же, обращаемся к тем, кто, у кого есть юридическое образование. Или кто-то работает. Компетентным органом. Да. Чтобы помогли с этим вопросом. Ну и все, еще раз хотим поблагодарить всех, кто участвует в наших мероприятиях.